12 февраля, в день освобождения города Краснодара от немецко-фашистских захватчиков, у мемориала жертвам фашизма в Чистяковской роще состоялась памятная церемония возложения венков и цветов к подножию монумента. В ней приняли участие представители администрации города и края. От Екатеринодарской кубанской епархии в памятном мероприятии принял участие руководитель отдела религиозного образования протоиерей Александр Игнатов. Долгие 186 дней. Разрушены заводы, больницы, школы и дома. Было убито и зверски замучено 13 тысяч горожан. А городу был нанесен непоправимый ущерб. Наш Краснодар признали одним из самых разрушенных городов в период Великой Отечественной войны. До сих пор многие улицы краевого центра носят имена своих героев. Мы гордимся подвигом защитников Краснодара. Мы благодарим воинов, которые противостояли оккупантам. И мы благодарим тружеников, которые восстанавливали город в мирное время. Мы склоняем головы перед живыми и теми, кого с нами нет. Вечная им память.